Улица Ленина, 351, город Ош. Именно по этому адресу находился двухэтажный жилой дом, который из-за аварийной ситуации в 2008 году стал непригоден для проживания. Жильцы дома обратились в одну из строительных компаний в городе, в ходе чего был подписан двусторонний договор. В соглашении указывалось, что стройкомпания обязуется в течение 18 месяцев закончить строительство и в обмен одной комнатной квартиры предоставит двухкомнатную жилплощадь. Однако неожиданно приостановлено строительство обещанного жилья никто не может объяснить. Архитектура начальник Аджимурат курса дела. Начальник архитектуры тоже, Аджимурат тоже в курсе дела. Все знают об этом. Когда мы в прошлом году начали это дело и пошли обращаться в строительную компанию, тогда они сами с нами вместе бегали и помогали. Нет такого, что власти не знали об этом. Вопросы возникли по решению количества этажей в здании. Застройка была утверждена и строительство начиналось полным ходом. Юрист строительной компании отметил, что Ошское городское главное управление по городостроительству и архитектуре выдало разрешение на стройку здания. Строительная компания направила письмо на рассмотрение к градоначальникам, однако глава управления Аджимурат Жолдошев заявил, что никакого разрешения на стройку не было, потому что компания не были выполнены 7 условий, из-за чего стройку обязали остановить. Нам пришла информация из-за того, что строительство многоэтажного здания необходимо приостановить, пока не завершится процесс выдачи разрешения на стройку. Министерство культуры должно рассмотреть дело на соответствие регламента и прислать нам постановление о судьбе этой стройки. Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо был внесен в список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, что предполагает высокую степень ответственности государства за состояние и дальнейшее развитие наследия. Охранная зона НИАМК Сулайман-Тоо составляет 134 гектара. Из них 6 гектаров прилегает к территории Карасуйского района Ошской области. В пределах зоны охраны памятников запрещается производство земляных, строительных и другой хозяйственной деятельности без разрешения центрального органа по охране памятников. В первую очередь местное правительство должно разработать концепцию плана города по его архитектурному развитию. В какой черте города что именно будет там застроено? Мы же не можем игнорировать местную власть. Министерство культуры будет выдавать разрешение на любую стройку по плану города. Если в плане говорится, что там будет парк или сквер, то стройку другого объекта, конечно, не разрешат. Сотрудники музея в прошлом году предупреждали строительные компании о том, что на территории буферной зоны нельзя строить многоэтажные здания. И в случае стройки будет нарушено требование ЮНЕСКО по охране Сулайман-Тоо, что может привести к выходу комплекса из их списка. Каким образом власти собираются решать эту проблему, пока неизвестно. Мерим Кубанчбек, Кызы, Кенжебума Мацадыкова, Шахрух Иминджанов, Новость Ошпири.